А первый поле встречается команды статус 700, команда статус цвет формы черный, команда 700 цвет формы белый. Матч обслуживается судейской бригадой в составе Попов Сергей, Куликенов Исламбек. Что ж, друзья, отнюдь не очередной матч КТЛ Алит и Севен уже отыграли. У нас матч, где очень серьезная сегодня поддержка у одной из команд. Ну и к, собственно, составу протоколу хотелось бы, да, перейти и об этом сейчас, наверное, сказать. Силтоником против гвардейцев, в принципе, гвардейцы, да, насколько я помню, уже команда, которая отправилась на повышение в классе. А, да, у них 25 очков на данный момент, то есть если уже взглянуть на положение дел в турнирной таблице, и в соперниках у них как раз-таки команда, которая мечтает зацепиться за ту самую путем. Да, у Силтоникома, как я и говорил, поддержка сегодня имеется, но очень серьезно. Они в черной форме, гвардейцы, да, по-моему, в белой. Друзья, я что-то уже путаю, да, это статус против 7-слота. Да. Статус против 7-слотов, это просто протокол сам перепутал, это исключительно моя вина. Меня зовут Дидар Кадыров, чтобы вам было на кого пенять, да. А текущее положение такого, что 7-слот уже, в принципе, стоит на вылет, насколько я помню. И Силтоником, статус здесь, в принципе, в черной форме, кстати, их легко различить по форме, по титульному спонсору, который у них присутствует. Дальний удар, и мяч летит выше перекладины. Касаемо протокола, да, Сергей Попов сегодня, Исламбек Куликенов, да, арбитр этой встречи, по-моему, именно Куликенов сегодня работает, да, у статуса поддержки сегодня, серьезный, вот сейчас перехватывают они мяч, 20-й номер, это, Нариман Капасов должен быть, да, он как раз вернул мяч, ну, касаемо судьи, я не ошибся, давай-ка составу. Начнем со статуса, раз уж у них такая поддержка сегодня. Мади Аканов, 99 номер, 19 это Ельдос Джохсибах. Тут, конечно, заявка такая, будто бы на чемпионат мира отправляется команда. Казбек Утипбергенов, 24-й, Серик Азамат, 96-й, 9-й Джакупов Тимур, Тлегенов Альтаир, 15-й, 8-й Оспан Жаслан, Жалгасов Азамат, номером 27, 5-й Алин Ербулат, Капасов Нарьман, 20-й, 2-й вратарь это Тарбит Азамат, Сабатран Абдулгазис, 11-й, 10-й, Аскарбек Аслабек, Мирханов Асан, 7-й, 12-й, Тамерлан Жаксы Лаков, так вот написано, ну, мне кажется, Жаксолков, скорее всего, должно быть. Ну, и к составу теперь уже команды Сим-Слот, Ниязбек Бауржан, тут тоже, да, я помню, абсолютно, Уткер Буламбаев,
пятый капитан команды, седьмой это Нурмуратов Жохангир, Абдуалиев Максат, девятый, десятый Карамбаев Баглан, Мурзайкин Руслан 22-й, второй Нагмед Даулет, Хамзин Саят 74-й, 77-й Караматов Рамазан, 30-й Жабаев Айзула, Арибаев Нурланбек Парамир 81, Абильда Багдаулет 12-й, 3-й Абдирахманов Рахмжан, Альсиитов Галанжан под номером 6 и Калибаев Тубай без номера у нас. Ну и вот так. Бисикеев Нурбол, тренер командный, представитель это Ерлан Караулов. А, я уже говорил касаемо турнирного положения, но это вот я на память исключительно пробежался, да, как по текущей повестке. Ну так вот, давайте тут уже актуально назовем статус, друзья, у нас на втором месте. Статусу нужна победа, чтобы выбраться в вышку, откуда они вылетели. Недавно они практически не потеряли игроков, то есть состав они сохранили. Но в предыдущий раз, когда они выступали в вышке, вообще не сложилось. Ну, теперь, может быть, будет следующий заход и удачная попытка, на что они безусловно надеются. Гвардейцы уже, в принципе, в вышке, они прошли дистанцию вообще великолепно. Ну, а что касаемо сим-слота... Зона вылета, я говорил. Ну нет, конечно. Это я перепутал просто их с 7. Сим-слот тоже. Они на четвертом месте. И это прямое противостояние. Противостояние двух команд, которые метят в вышку. Пас не проходит. Аут. Отворот. Собственно, у вратаря в руках мяч находится в этот момент. Статус. Попытка принять мяч, будучи боковой линии, ничем не завершается. Это опять аут. И сим-слот разыгрывает его. В принципе, парень с хорошим подбором исполнителя. Неплохим. Неплохой игрой в целом. То есть мы видели сим-слот по ходу, по всей дистанции. И у них есть подбор исполнителей. У них, в конце концов, есть возможности. И в данном розыгрыше первой лиги, если не ошибаюсь, 2-3 игры их комментировал, но они неизменно проигрывали в такие моменты. При всем при этом, в мое отсутствие, они стабильно набирали очки. Сомневаюсь, что это как-то со мной связано, но при всем при этом, 700 команда для меня новая, но при этом крайне интересная. Но опять же, с точки зрения какой-то соревновательной интриги, они ее привносят, безусловно, в первый дивизион. Борьба на втором этаже, аут. В пользу статуса, насколько я понимаю. Статус. На дальнюю? Нет, это скидка под удар, причем пошла, и опять ловится мяч, удар. Мимо. Летит совсем немного. Аккуратно действуют, что те, что другие. Особо не пытаются как-то форсировать события. Все понимают, по-моему, что ошибки могут привести к крайне-крайне неприятным последствиям. Перехват в касание, разыгрывается комбинация и удар. С подъемами летит, но падает. Падает все равно мимо. Ворот. Нужно разыгрывать команду сейчас. Статус и опять отворот. На 11 минут 30 секунд. Это то, что остается до конца первого тайма. 9 минут пролетели незаметно. Копасов. Тот самый столб, да? При всем при том, что это не самый высокий, не самый большой парень, но очень твердо стоит на ногах. Нариман Капас. Штрафной. Штрафной. Статус. Перспективная попытка. Есть дальняя штанга в лице Капасова, причем капитан. Он освобожден.
и от опеки, да? И скрывался. Буквально не попадал на глаза соперникам. И вот что получилось. Линпас со своей половины. Там борьба обоюдная, причем при всем при этом, да? И я как понимаю, ну, мне перекрывают обзор все так же болельщики статус. Очень сложно разглядеть, что происходит вот именно на этом участке. Штрафной. Устал, честно признаться, отгонять. Простить, освободить. Точнее, вот эту зону, чтобы я смог присмотреться. Симсло. Последовала передача назад. Будет ли дальний удар? Ну вот он сейчас, наверное, произойдет. В ближний угол летит мяч. Но по пути, по-моему, кого-то из игроков все-таки зацепил. Вот она, важная игра, безусловно. Последний, да, по-моему, это 16-й тур. Это, по-моему, последние игры как раз-таки для парней. Аут. Статус. Хороший вброс из аута Капасов, но мимо двух защитника Симслота мяч точно не пролетит. Ни при каких обстоятельствах. Абсолютно сразу оживляются болельщики. Какая-то надежда замелькала. Появилась удар. Но от капитана. Статус. Мимо. У Симслота такой поддержки нет, по-моему. Хотя... Я не знаю, кто там по левую сторону от меня находится из болельщиков. Потому что у статуса тут и свой флаг, тут уже и свои друзья. Видимо, жены, девушки, не знаю, кто еще. Все собрались. Хорошая попытка. Отражает ее вратарь. И дальше. Есть гол. Симслот. Добивание, потому что есть в конце концов. За 8,5 минут до конца первого тайма счет открыт. Хорошая попытка. Повторю, сложно было. Но там не было рикошета, но высота, на которой там летел мяч, была крайне-крайне неудобной для вратаря. Да? Капац. Его окружили. Здесь нарушение. Еще и желтая карточка от Исламбек Куликенова. Он считает, что это срыв атаки. И, наверное, это так и было. По крайней мере, в это верится. Да, Байконурал Махамбет. Автор забитого гола в составе Симслот. Парни собрали полную заявку. Битком буквально футболистов. Вот так. К осеннему матчу. Симслот могут завоевать путевку в вышку, да? Для них это вообще новый вызов. Представьте, если они окажутся там, в компании с Айраном, Култаем. Ну, по крайней мере, посмотрите, оценить свои возможности на фоне соперников такого уровня было бы крайне интересно. Статус же понимает прекрасно, что их там ждет. А ждет их там высочайший уровень конкуренции. Отличная комбинация. Касачку, дальше фол. Ведь это все-таки Сергей Попов, безусловно, указывает на то. Он показывает, что это штрафной, это не пенальти, там вар будет еще. Это фол сзади, по мнению Попова. И кроме того, могут применить какие-то... Ну, не дополнительные санкции, наверное. Более жесткие санкции по отношению к игрокам Симслот. Сергей Попов идет смотреть вар. Летящей походкой. Нет? Обсудить с коллегой, с Исламбеком Куликеновым. Решили они. И это точка? Ага. И я даже не ошибся. Потому что мне, по крайней мере, с этого ракурса, крайне сложно было понять, где конкретно этот фол произошел. Статус. Видимо, Капасов получает момент для того, чтобы сравнять счет в этой игре. За 7 минут и 24 секунды до конца именно эти цифры застыли на табло. Есть разбег на Нариман Капасов. Нариман Капасов и крайне опасная ситуация для команды Симслот. Вратарь против... Вот, смотрите, как Симслот там следят внимательно за теми, кто может сыграть на добивании. Капасов. Нариман заряжает и отличное действие вратаря. Тот выручает. Угадал он угол.
и отразил эту попытку. Но при этом опасность не миновала. Абсолютно есть рикошет. И вратарь. Хорошая сноровка. Отличная форма вообще физическая. Здесь тычок в спину, и это должен быть фол. Розыгрыш последовал через капитана. Статус. Оживились парни. Гол очень хорошо повлиял на эту игру. Совсем другой градус, ведь так? Зашевелились как и те, так и другие. Была крайне аккуратная игра. А теперь вот такая длиннющая передача через вдоль поля последовала. Но разыгрывающий здесь. В районе центрального круга через паузу. И замыкать должен был 15-й. Да не пошел. Длинный пас со своей половины. Симслот. До конца там борется парни. Опять же, кэп. Статус, наверное, понятно, почему у него такой статус. В команде статус. Попытка опять сыграть. Тут уже в касание и выбивается мяч в аут. И, наверное, даже я бы сказал правильно, потому что трое игроков Симслота летели, словно коршуны на соперника. Двое защитников всего были. Сыграй назад, ты подсунешь мяч вратарю. Сыграй как-то уже на обострение, но тут уже нужно будет точность. В конце концов, рикошет пошел, еще один. Мяч вновь мог залететь в ворота. Сергей Попов, наверное, сегодня работает на этой встрече ровно потому, что статус ее ужесточает. Таки хочется отбивать мелодию, которую задают фанаты. Пас назад, Симслот. В порядке, парни, это перехват пошел и... вратарь летит буквально на ноге. Штрафной. Капасов плюс. Плюс. Это опять кэп. Да, Капасов, удары между ног пустил даже защитнику, еще одна попытка, но все мимо. Ну, Капасов и легенда Фальтрии. Надо запомнить победу, безусловно. Угловой. Оспанов же фан, но это сторожил команды статус. По-моему, Оспанов даже поиграл в составе команды Алюр, который выступал на чемпионате Казахстана. Но это опять же под эгидой Аллы. Другой турнир. Ну, Джоспанов, по-моему, тогда стал чемпионом. Очень странно. Аут. Аут по линии последовал. Выбит мяч. Но недалеко. Тарбет Азамат быстренько вернул партнеру. Оспанов. Ну, слишком авантюрно. Ворот. Трамет Зама. Ну тут верхом решили и Капас, да, Нариман? Поставил спину. Хулитенов не увидел там касания. Но это не значит, что оно было. Это я также не сумел рассмотреть вот этот эпизод. Симслот. Грамотно, так скорее с тремя нападающими, которые отправляются в прессинг, и двумя игроками, которые остаются позади, но они стоят в линию. И потому двигаются по всей ширине поля и хорошо контролируют пространство в целом. Симслот. Сражение настоящее. Капасов проходит мимо соперников. Нужно отпасовывать. Просто Капасов в упор бьет. И еще раз добавляет Капасов. Нариман просто играет как, ну, напролом. И тут же добивание. Ну вот. Касание, будучи перед воротами, 99 номер, потянулся Мади Аканов. Совсем немного не хватило ему. Отворот. Симслот. Рядом с голкипером находится Саид Хамзин. Ну,
розыгрыш не последует через него. Опять попытка сыграть вперед. Вот и подбор даже за ними. Даулет Нурмет, если не ошибаюсь, он узнал борьбу. Нет, это Абдирахманов. Рахмжан был. Статус. Мирханов Аслан. Джихангир полетел на соперника. Нурмурадов. Одна из самых ярких персоналей в составе Симплота. Передача направо. Это то, что, наверное, характеризует, да, игру статуса. Постоянно передачи в край. Там есть быстроногие игроки, которые, набирая скорость, уже обращают внимание на то, что происходит перед воротами соперника, где располагаются партнеры и ищут их. Хорошая культура пасов. В целом организация никуда не подевалась. Но раньше, кстати говоря, работал со статусом, по-моему, Ержан Джарлгаган долгое время. Сейчас статус новое лицо приобрел. Плюс или минус, я уже не знаю, друзья. Пас направо. Удар пошел, рикошет последовал. Аут. Минута до конца первого тайма. Это все, что есть сейчас у команды статус. Нужно чуть-чуть раскачаться. Нужно чуть-чуть отживиться, в конце концов. Есть хороший заброс из аута. И мяч отлетает в аут. Нужно забрасывать. Сразу трое игроков. Симплот при этом насыщает штрафную площадь. Четыре игрока в линию абсолютно. Готовы к любому варианту развития событий. Статус. Ну тут вот ситуация, когда одного гола, наверное, в принципе, может хватить. И, ну, по крайней мере, в первом тайме уж точно. 30 секунд, да? Это единственное вообще, на что можно надеяться скорее. Сейчас статусу. Аут. Симплот. Ну, самый подходящий момент пришел, собственно, для того, чтобы покомментировать матч АФЛ. В решающем туре. Аут. Симплот. Назад через вратаря. Теперь верхом пас последовал. Джахангир. Все. Первый тайм завершен. Симплот ведут. 1-0. Друзья, поехали!
крайне интересном матче. Между статусом и Simslot. Это первая лига. Матч буквально за призы. Матч, который может дать нам ответ на вопрос, кто же отправится в высшую лигу. 20 минут всего остается у коллективов. Ну и Simslot ведет 1-0. Статус в черной форме. Simslot белый. Именно статус. Остан уже пытался продраться сквозь бровку. Он зарабатывает для команды угловой. Успанов. Ну и основная пятерка игроков у статуса сейчас на поле. Копасов. Успанов. И другие. Успанов. Плотно. Заслон такой следует. И ну как быстро набирает скорость. 10 номер команды Simslot. Пас налево. Копасов! И не хватило только подставления. И опять высота полета мяча. Вот что оказывается ключевым фактором. Крайне тяжело поймать мяч в такой точке. Пытался как-то ухищриться и сделать это. 12 номер статуса, но ему это не удалось. Отворот. Simslot. Опасно. Статус очень опасно атакует. Торбит. Зажигая свечу, Копасов все равно не успеет. Попытка в падении даже пробить. Торбет. Быстро разыгрывает сейчас команд статус. Мяч, но, возможно, слишком даже. Мяч из капитана. Копасов все-таки находит 99 номер. И намеревались до этого отдать ему мяч. Пытается пробить. И вновь, и вновь, и вновь. Компактность игры команды Simslot в обороне. Это прям головная боль для статуса. Никак не знают, как они. Как им скрыть оборону. Simslot, в принципе, да, один раз законтрили, один раз придумали гол. И вот сейчас можно придумать еще что-то. Попытка отдать пас. Это неприятный стейк и падение. Куликенов. Просит остановить время игроки, но вот да, 17 минут остается до конца, и игрок Simslot лежит на газоне. Получилось, и Джахангир не сориентировал, не достал, не зацепил мяч только что. И тут тоже заплели ноги. 16 минут, друзья. 16 минут у статуса, по факту, для того, чтобы сравнять счет. Но у Simslot для того, чтобы, может быть, еще и упрочить преимущество или его сохранить, по крайней мере. Пытка сыграть в касание. Джахангир через центр рвется к воротам. Но тут на перехвате. Успанов играет очень аккуратно.
Технично Оспанов дотянулся и вновь на партнера сыграл. Выкатить просто мяч Кабасову нужно было. Команда КС Династии, просьба сдать ключи от раздела. И тут отправлен мяч вперед. Аут. Скидка на вратаря. Аст налево. Кабасов в центре ждет. Есть вот такой вот вариант. Вариант с дальним ударом, по-видимому. Да, и под перекладину еще заряжает. 99-й номер. Очень хороший удар, в конце концов, у Акана Мади. Головой. Подает Аканов. Нет, это на приеме. Аканов, Аканов! Со второй попытки только наносит удар. Аканов сам пытается навязать борьбу. Слушайте, отбор не выходит. Это у него аут. Я напомню, что если статус проигрывает, соответственно, уступает место в тройке. Обидно, может быть, конечно, это. Сейчас на онлайн-турнир таблицу я взгляну, друзья. Да, так и получается. Да, нет, кстати, нет. Абсолютно, тут разница забитых пропущенных, да, насколько я понимаю. И пока у статуса 19 очков, 19 у Силфлота. Но Силфнетком играет на параллельном поле. Силфнетком играет с гвардейцем. Пока там тоже ничья. И не очень понятно, чем все завершится. То есть Силфлоту скорее нужно упрочить преимущество. Передача вверх, Успанов. Но так бы испытывать судьбу не хотел. Ни тем, ни другим. Копаться в руку. Мяч ему угодил. Штрафной для Силфлота. Есть удар. Там вратарь Кабасов. Его просто двумя выставленными руками встречают. Куликенов вообще в другую точку. Да, Куликенов может, в принципе, желтый выпустить и Кабасов в последующем. Попов там пошел. Да, 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 за споры. Все-таки так и произошло. Да, и показывают, что как раз в той точке, где там Кабасов заваливался. Но желтый показывается как раз-таки защитнику Силфлота. Он говорил о том, что потенциально какое-то устное внушение может произойти. С Кабасовым, скорее всего, переговорят в ближайшее время. Попов. Возвращает перчатку на место. И Кабасов. Он разбегается, удар от Аканова. Слева опять на исполнение. Но вновь выше и вновь на цель. Сложность в том, что они не знают результат матча с Силфнетком. Аут. Силфлот. Интересная попытка. Жахангир. Ох, тут корпусом уже оттеснил соперника. Грубовато пошел он соперником. Но и вот он удар. Силфлот, нужно упрочить, да? Нужно еще забивать им. Сами парни себя в затруднительное положение поставили. Жахангир, отобрали мяч. Статус на скорости, парни. Втроем летят вперед. Аут. Куда попытка Силфлота, да, уже через край как-то выйти. Не завершается ничем. У нас есть зрители даже на верхних этажах соседнего жилого комплекса. Закал Памусла, если не так называется. Центр. Опять перехват пошел. Жахангир. Жахангир на скорости. Он даже пытается пробить. Ну, это так стихийно как-то уж.
короче, безысходном положении, что ли. Пытается пробить. Седьмой номер команды Сибслот. Статус. В центр. Пас. А, не будет? Нет. Спасается мяч. Статус. Очень технично здесь играет девятый номер. Еще разочек так бы сыграть. Но тут, по-моему, грубовато. И все равно при этом мяч покинул пределы поля. Тут главное, нужно все неправильно обойтись. Аут. Дальнюю штангу и подбор все равно за статусом. Маканов Мади уже успел оценить, набегают ли соперники, сколько у него вообще может быть времени для того, чтобы принять специальное решение в конце концов. И статус уже гралежу ведется игроками Сибслота. Аут. Кстати, решается еще и будут серебряные медали, а это будут уже в конце концов бронзовые для статуса того же. Штрафной. Удар. Опять подсуетились. Сибслот перехватили мяч. Как же опасный в контратаке. Аут. 10 номера. Видим, как до него мяч. Никак просто-напросто. Статус. Нужно разыгрывать. Нужно ждать партнера. Будет ли дальний удар? Нет. Нет удара вообще. В принципе. Аут. Есть быстрый возврат. Статус. Через Кэпа. Передача направо. Ох. Дальняя ищется. Да? Дальняя. В поисках всего. Чудо сейчас находится статус. 8 минут 40 секунд до конца, друзья. Перехват есть. Направо еще одна попытка в ближнюю угол теперь попасть. А. Удар, и мимо летит мяч. И опять игрок Силфнеткома, но там теперь уже перешнуровать можно. И на трибунах и флаг команды Статус, да, с символикой этого коллектива. Ну и казахстанский флаг вообще в целом. Очень интересно все это. Выглядит. Проход через центр. Передача доходит налево. Удар и вратарь. Какой-то разножка. Достает мяч. Пас на последнего защитника. Ну и попытка. Должна быть удара сейчас. Штанга. Аут. Сибслот все так же впереди. Ну
что, попытать счастье нужно еще. Аут. Пас направо. Неплохой последовал. Еще одна передача. Своей половины. Ау. Вот такой вот розыгрыш. Широко, опять же, играет статус. Пытается. Играет где-то в три защитника. Но при этом мобильность. Вот что присуще только всем игрокам команды, которые сегодня играют в черной форме. Статус. Ну и компактность вот этот, Simslot. Компактность и постоянная заряженность на вот эти контратаки. Попытка пройти через край. Аканов классно сыграл. Спанов сразу налево. И может быть стоило искать опять дальнюю штангу вместо этого дальнего удара. Да. И вновь не в цель. В конце концов, Аканов. Это всегда может быть опасно, учитывая, что это большой мастер. Дарт Аканов просто покатил сейчас на партнера и чуть было не ошибся. Успанов с такого острого угла, ну что можно придумать. Он пытается пыром просто ткнуть по мячу и направить его куда-то в сторону ворот. Ау. Успанов прямо в руки вратарю. Тот видит контратаку, тот видит в конце концов Жахангира, который набирает скорость. Аут. Копасов. А, даже нет, капитан. Ну, очень сильно. Вот он, Копасов. Только здесь. Мелькнул, появился. 20-й номер и должен отправляться в центр. На свою рабочую позицию, в конце концов. Передача направо. Ох, как Аканов технично играет. Налево. Отличная передача получилась. И вновь сильный удар с такой-то точки. И вновь выше, и вновь мимо. И вновь нет попадания в слот. Ворот. Хороший ход получился. 3 минуты. Статус. Нужно выпускать уже 6-го полевого в конце. Убирать вратаря. Рисковать. Но мы ведь помним о том, что разница сейчас может стать одним из ключевых факторов. Так что статус во многом тоже пытается перестраховаться. Но там, по-моему, нужно пропустить около 3-4 мячей, чтобы слететь. Чтобы уступить Simslot. Учитывая, что это чуть ли не единственный конкурент. Ну, то есть есть, понятно, Silk.com, я не знаю, что это касаемо того, что происходит на параллельном поле. А, кстати говоря, Silk.com уже взобрался на вторую позицию. Довели. У них уже 20 очков. Статус третий. У Simslot также 19 очков. Но разница забитых пропущенных 4 у Simslot и у статуса 7. Вот такие вот дела, друзья. Аут. Жаслан Успанов и партнер по команде разыгрывают. Здесь мяч в боковой линии, но очень далеко от ворот соперника. Опасов. Что-то от Криштиану Роналду. Так, сыграть как раз таки на Копасова. Не получается. Прорыв по линии. Аут.
Даже ничья статус не поможет, но они будут в тройке. В конце концов, цель, наверное, главное, это даже не победа всегда, а вот оказаться в вышке. Ну, по крайней мере, для статуса. Вернуться в число лучших команд АПЛ. Пас направо, Капасов. Его завалили. Штрафной Капасов. Будет бить? Нет, он играет опять через капитана. Ну и нужны удары, в конце концов. Чего же бояться-то, парни? Чего бояться? Чего тут думать? Оспанов. Еще налево. Ну, неужели все мячи будут лететь отсюда? Все удары с этой точки. Аканов скрытый пас пытается отдать. Мадзи Аканов еще. Одна возможность для него. И это вратарь, по-моему, зацепил. Да? Аканов. С места буквально такой-то удар организовал. Аут. Пошел прострел. Тут угловой полностью. Еще один. На ближнюю штангу. И как раз-таки штангой выручает сейчас команду Simslot. 1-0. 20 минут. 20 секунд, точнее, до конца. Да, 700, конечно, слишком много мячей нужно было забивать в этой встрече. Крайне сложная задача для них, но... Вот и дела. Ну что, 5 секунд остается, можно уже, наверное, вести этот отсчет. 700 побеждает. И что, 700 отправляется в вышку? Раз вот такая радость у них. Капасов с кем зацепился? Вот так. Красный от Попова. Да, успел немного повздорить с игроком Simslot'а. Без особого какого-то повода. Видимо, тот решил выразить радость на глазах у Наримана. И что-то вызвало такую вот реакцию. Что ж, Simslot радуется так и по-видимому. Да, Simslot отправляется в вышку вот после этой победы. Это не разница здесь решает, а личные встречи, да, между командами. Тогда, видимо, Simslot в высшей лиге. Поздравляем, кстати.